Порой заказчики, которые сравнительно недавно купили пресс и уже некоторое время на нем поработали, звонят и говорят, что у них проблема. А точнее, кирпич, который выходит из матрицы, имеет черный налет. Я специально сегодня приехал на производство в вечернее время, пока тут относительно тихо, для того, чтобы рассказать вам, почему так происходит и что с этим делать. То, что вы сейчас видите, это матрица, только что пришедшая с термообработки. Вот как выглядит сырой металл, а это детали с закаленным верхним слоем. Это необходимо для упрочнения контактных поверхностей и придания им большей износостойкости. В результате подобной обработки пресс-форма имеет гораздо больший срок службы, нежели если бы она была просто из сырого металла. После термички детали матрицы очищаются, шлифуются, а затем происходит сборка пресс-формы. Шлифовка происходит по определенному стандарту, при котором удаляется тонкий верхний слой для достижения гладкой поверхности. При шлифовке основная часть налета сходит, но некоторая все же остается. Вот как пример. Матрица уже почищена, отшлифована и установлена на пресс, но вот видите, что в углах чернота все же осталась. Вот. Именно вот такая чернота некоторое время остается на стенках кирпича. Или здесь вот на другом прессе также в углу можем видеть остатки налета. Более глубокая шлифовка не рекомендована, так как в этом случае становится тоньше защитный слой матрицы, препятствующий истиранию. Черный налет на кирпиче по опыту исчезает после прессования 500-800 кирпичей. Для начинающих производителей такое количество кирпичей, а то и больше, как раз уйдет на испытания и подбор рецептуры. Подытожим. Черный налет на кирпиче – это явление временное, и ничего критичного в этом нет. Засим прощаюсь. До новых встреч.